А следующий наш пляж называется Бен-Аулим, который мы сейчас вам тоже покажем. Большая стоянка. Справа ресторанчики. Справа и слева. Но много вижу рыбацких лодок. Возможно, что тоже может быть не очень чисто. Но сейчас пройдем, посмотрим. Так, смотрим. Пляж довольно-таки большой. Но лодок очень много. Так же, как и индусов. Вот слева и справа. Но в отличие от Колвы, такого мусора я здесь не наблюдаю. Здесь более-менее чисто. Смотрите, как затаскивают лодку на берег. Как мы видим, пляж довольно-таки большой. Заход в море пологий. Пляж довольно-таки чистый. Созывало ресторанчиков тоже работают. Как тебе, Катюша, пляж? Не, пляж хороший. Классный заход в море. Чистый пляж. Очень много разных этих ресторанов, шейков. Можно где-нибудь бросить свои кости и поваляться. Ну а что, заход классный, это вообще бомба. И на протяжении вот всего пляжа. Шейков много, очень много. Видите, наши соотечественники уже тоже отдыхают. Но количество индусов, конечно, преобладает над нашими. Остановились в маркете водички взять. Видели вот такой вот ромчик. Сколько, интересно, он тут стоит. А, 250 рупий. 250, 250. Это стекло, это пластмасса. Ну что, вот эту колу возьмем, да? А, есть. Берем. Ну, кола здесь 40 рупий. Так, проходим, что у нас здесь. Щетки, крема, спиртное. Ну, все необходимое в магазине, в принципе, есть. Ладно, буду рассчитываться и едем дальше. Взяли мы колу. Мороженое такой вот стаканчик и киткат вот такой. За все 140 рупий, это примерно где-то около доллар 20 центов. Очень жарко, если вы видите. Наслаждаемся мороженым. Вот таким. Вот. Палочка тоже упакована, кстати, была. Ну, а Катя охлаждается. Китикет, да? Китикет? А как? Китикет? А как он? Да, я наслаждаюсь китикетом. Я с недавних пор полюбила кошачий корм. Ну хорошо. Покажи, как оно выглядит хоть. Это киткат. А. Как и у нас, обычный киткат. Дай-ка попробовать. Очень вкусный. Угу. Ну, как тебе китикет? Отличный китикет. Со вкусом чего тебе? Лосося? Абрикосов. Со вкусом абрикосов. Сейчас мы перекусим и двигаемся, ребята, дальше. Дальше мы...